И в целом темпы строительства жилья наращивают в Кызылординской области. В регионе началось строительство 67 многоэтажных домов. С начала года ключи от новых квартир получили 462 очередника. Новоселье справляют и сегодня. В областном центре построили две многоэтажки для 150 малоимущих семей. Открыли и современный спортивный комплекс. Социальный объект возвели на внебюджетные средства. На территории в 2700 квадратных метров будут функционировать несколько спортивных секций. Спорткомплекс может принять одновременно до 350 спортсменов. В волейболе есть определенные стандарты, высота и ширина волейбольной сетки. Здесь все необходимые требования соблюдены. Сейчас в Кызылорде этот вид спорта очень популярен среди молодежи. К примеру, сборная команды девочек 2010-2011 годов рождения уже двукратные чемпионы Казахстана.